Для автоматической расшифровки анализа мочи на сайте polysmed.com нажимаем на иконку «Анализ мочи. Онлайн-расшифровка». Расшифровка анализа мочи осуществляется с учетом пола и возраста посетителя, что увеличивает точность полученных результатов. В предлагаемой к заполнению таблице, состоящей из 4 колонок, показатели, норма, ваше значение и оценка, заполняем поле «Ваше значение». Для этого необходимо выбрать один из предложенных вариантов в соответствии с результатами полученных вами лабораторных исследований. Если введенный показатель находится в пределах нормы, то в графе «Оценка» будет указана «Норма», а само поле со значением станет зеленым. Если же введенное значение не соответствует норме, то поле с показателем станет красным, а в колонке «Оценка» вы увидите два уведомления «Патология» и «Причины», кликнув по которым, можно ознакомиться с возможными причинами и заболеваниями, спровоцировавшими отклонение от нормы. Также, воспользовавшись активными ссылками, которых в данном случае две, гломерулонефрит и сахарный диабет, вы можете мгновенно перейти на статью о заинтересовавшем вас заболевании, написанную квалифицированным врачом-практиком. Либо на подраздел, в котором будет представлено несколько статей на данную тематику. После заполнения всех полей таблицы кликаем на кнопку «Узнать вероятные причины отклонения от нормы» и получаем результат. В предполагаемых диагнозах нас уведомляют о том, что это может быть сахарный диабет. Кликнув на активную ссылку, мы можем ознакомиться с тем, что собой представляет данное заболевание, либо более подробно узнать о нем, перейдя в соответствующий раздел, в котором можно более подробно узнать о таком заболевании, как сахарный диабет. Вернемся к расшифровке анализа мочи. Полученную расшифровку зарегистрированные на сайте polysmed.com пользователи могут сохранить в своем личном кабинете с указанием даты и пометками. При этом результаты расшифровки можно как скрыть от посторонних глаз, так и оставить в свободном доступе тем, у кого есть доступ к папке. Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт в меню «Доступ к записи». Чтобы сохранить результаты на главной странице своего кабинета, достаточно кликнуть на «Сохранить запись» и «Ок». Также вы можете оставить свой отзыв о данной таблице, отправить полученные результаты на e-mail, скачать файл в формате PDF, либо распечатать. Расшифровка на нашем сервисе удобна и функциональна. Так, по каждому из показателей, приведенных в расшифровке анализа, ниже представлены отдельные таблицы с учетом пола и возраста посетителя. При этом в каждой из таблиц в виде удобного для усвоения списка с активными ссылками указаны возможные причины отклонения от нормы. Перейдя по одной из таких активных ссылок, вы можете более подробно ознакомиться с заболеванием, которое могло привести к отклонению анализа мочи от нормы. Все статьи, представленные на нашем сайте, написаны квалифицированными врачами-практиками. Кроме того, в данных таблицах вы найдете ответы на вопросы: почему моча мутнеет и меняет свой цвет?
что влияет на показатели кислотности мочи. Что может стать причиной содержания в ней белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина и уробилиногена, гемоглобина, осадка, лейкоцитов и эритроцитов, цилиндров различных видов, солей, бактерий и грибов. Но помните о том, что расшифровка анализа, как и рекомендации, подчеркнутые из статей, размещенных на нашем сайте, носят справочный характер и не заменяют визита к врачу. Чтобы расшифровать спермограмму, нажмите на планшетку, расположенную слева. Для расшифровки анализа крови нажмите на правую планшетку. Чтобы подписаться на здоровье сберегающий канал, нажмите на кнопку «Подписаться» внизу экрана.